Приветствую вас. Для начала, наверное, стоит сказать, что ваш мужчина играет в игру «Попался сукин сын». Вы можете изучить эту игру в интернете. Вот. Очень похоже, что ваш мужчина вот именно, ну, именно в нее играет. Очень на это похоже, судя по вашему вот тексту, прямо-таки, ну, очень сильно похоже, что он в эту игру играет. Вот, я могу, конечно, ошибаться, вот, но мне кажется, что, ну, мне кажется, что так. Вот. Это первое, что хочу сказать. Второе, что хочу сказать, это то, что вы сами, вероятно, травмированы некоторыми аспектами, вот, своей жизни. Вы сами, вероятно, ну вот, вы пишете, что, что ваша мама, она сломала вам жизнь. Вы пишете, что ваша мама, она как-то вот очень, ну, очень плохо на вас повлияла, вот, и вы пишете, что вам, что вы не хотите быть на нее похожи. Я вас понимаю, в принципе. Я понимаю, почему вы не хотите быть похожи на свою маму. Вот. Я бы даже сказал, что и не надо быть похожей на свою маму. Вам это совершенно ни к чему и совершенно не обязательно. Вот, вы действительно способны все изменить, вы действительно способны все подкорректировать, вы действительно в силах самостоятельно, ну, условно говоря, взять контроль над ситуацией, вот, и действовать так, как хочется вам, а не кому-то, да? Вот. То есть это абсолютная правда. Если мы говорим непосредственно о контроле, вот. Но для этого нужно отдельно, я не побоюсь этого слова, да, для этого нужно именно отдельно с этим вопросом поработать. Именно отдельно. Потому что, ну вот, сейчас есть все основания полагать, что за счет своего мужчины вы пытаетесь, образно говоря, ситуацию как-то вот
ну, раскрыть. Не совсем, причем в свою пользу вы это делаете. Совершенно, мне кажется, вы это делаете не в свою пользу. То есть вы, на мой взгляд, здесь становитесь только еще более зависимы от человека. Вот. Ну, да, по факту вы ведете себя сейчас как именно жертва. Ну, к сожалению. К сожалению. Это очень неприятно, но вот по факту так получается, что вы ведете себя как жертва. Вот. То, что вы с мужчиной долго, возможно, обеспечивает ваше нежелание как-то выходить из отношений с ним, вот, нежелание ставить жесткие условия, жестко защищать свою позицию, вот. Хотя делать это необходимо, потому что по-другому вам стать счастливой будет нереально, вот, к сожалению. А вот я думаю, примерно так вам можно ответить на вопрос, который вы задаете. То есть выглядит все так, примерно. Что я выбрала этого мужчину. Ну, то есть вы выбрали мужчину себе. Вот. И, собственно, не знаете, что с этим делать теперь. А он, вероятно, чувствует, что вы к нему привязаны, он чувствует, что вы в нем нуждаетесь, ну, ощущает. Вот. И сознательно или бессознательно данным аспектом пользоваться. Вот. Так. Что касается мамы Ирины вашей, то, ну, как бы вот, плохо она не поступила, мама ваша. Вы говорите, что она вам сломала жизнь. Даже если вы так считаете, то чем больше вы пытаетесь не быть на нее похожи, чем больше вы пытаетесь это делать, тем сильнее, тем сильнее, скорее всего, вы на нее будете похожи. Почему так? Потому что это борьба. То есть вот те отношения, в которых вы находитесь, хотя бы вот с самой собой, да, это отношения борьбы. К сожалению. А борьба, она
ну, ни к чему хорошему не приведет, в принципе. Вот. Поэтому вам не нужно пытаться не быть похожей на маму. Вам желательно преследовать, что ваша мама хочет или хотела для вас. Ну, вот. Вот это будет справедливо, на мой взгляд, по крайней мере. Вот, возможно, вам, вашу маму надо простить, то есть, чтобы стать способной на здоровые отношения, вам нужно как-то вот определиться с отношением к своей маме, какой бы она ни была, опять же, повторяю. Вот, хороший, плохой, не важно. Вот так. Получается просто, что мужчина, он здесь, знаете, выглядит как тот, с помощью кого вы хотите решить, ну, проблему свою внутриличностную. Вот. Это, к сожалению, накладывает определенный негативный отпечаток на ваши отношения с мужчиной, я имею в виду, конечно же. Вот примерно так я думаю, вам можно ответить на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что для вас это было очень полезно. Надеюсь, что вы для себя сделаете определенные выводы. Вот. Почитайте обязательно про игру, которую я сказал, про которую я сказал. Это очень поможет в понимании того, как вам действовать, вот, то есть, ну, то есть, что вам делать дальше, вот, и как реагировать на это. Ну и, возможно, поможет в том числе определить свою роль в этом, в том, что сейчас происходит, потому что вы вкладываете что-то в то, что мужчина так думает. Вот. Даже если вы не хотите. А я верю в то, что вы не хотите. Вот. Но, тем не менее. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом для вас.